Итак, внимание, рядовой Мартин. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Прежде чем начать прохождение полосы препятствий, прочти все эти важные надписи и сделай то, что в них сказано. Хорошо. Теперь проверь цели. Ты увидишь, что текущая цель подсвечена. Кроме того, местоположение текущей цели помечено звездочкой на твоем компасе. Так, достаточно. Ты видишь, что цель отмечена как пройденная, а у тебя появилась новая цель. Хорошо, Мартин. Мартин, ну ты здесь, бедняга. Рад тебя видеть. Шесть, ты не на прогулке. Перепрыгивай. Давай быстрей. Неплохо. А теперь ложись и ползи под этой колючей проволокой. Сержант, зарядить эти пулеметы. Это будет... Лежать! Вести на лестницу, рядовые! Быстрей, быстрей! Рядовой Мартин, тебе в эту дверь! Сержант Моди научит тебя обращаться с оружием. Задержи голову, рядовой! Остальные я здесь, на наблюдательной здесь. Вышке. Возьми со стола один карабин М1А1. Ты можешь получить дополнительные боеприпасы, вытащив их из какого-нибудь другого оружия, аналогичного твоему. Подойди к ограждению и сделай 6 выстрелов по мишени. Твоя точность будет зависеть от того, насколько ты удерживаешь прицел. Сделай еще 6 выстрелов по мишени во время движения и хорошо, рядовой. Переходи к следующему этапу. Возьми со стола винтовку Спрингфилд и поменяй на нее свой карабин. Вернись налево, подойди к ограждению и сделай 2 выстрела по мишени. Теперь дважды прицельно выстрели по мишени. Прекрасно! Надеюсь, теперь тебе ясно, что ты с помощью прицела сможешь стрелять точнее. Если у тебя не 3 руки, ты можешь одновременно нести только 2 вида оружия, не считая гранат и того, что у тебя на поясном ремне. Сделай 10 выстрелов по мишени, сначала навскидку, а потом прицельно. Стрельбы. Ты должен уметь стрелять обоими способами. Сделай несколько шагов одновременно целясь. Ты будешь двигаться несколько медленнее. В ближнем бою ты можешь ударить врага прикладом своего оружия. Это называется рукопашная. Попробуй этот прием со своим Томпсоном. Да не глазей по сторонам, малыш, здесь все взаправду. Теперь поменяй оружие, рядовой. Если ты чуть умнее, чем кажешься, может, до тебя и дойдет, что каждому оружию свое время. Ошибешься в выборе, можешь бронировать себе место в аду. Сделай еще 3 выстрела в мишени. Неплохо, рядовой. Переходим к следующему этапу. Возьми со стола осколочные гранаты. Давай, шевелись. Кинь по гранате в каждую из дырок впереди. Теперь гром и молния. Двигаясь мимо поста, наклоняйся то влево, то вправо. Это защитит тебя от врага. Помни, рядовой, если тебя ранят, воспользуйся одним из этих медкомплектов. Не геройствуй, он может спасти твою шкуру. Ну и, наконец, взрывчатка. Держи, партнер. Взрывчатка обладает огромной огневой мощью. Отнесись к ней с уважением. Ей, знаешь ли, все равно, что взрывать. Обрати внимание на появление секундомера. На нем ты увидишь, сколько у тебя времени на то, чтобы убрать... Если, конечно, ты не торопишься на тот свет. Внимание, группа Бейкера! Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час Ч. День Д. Морская пехота атакует 5 районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы 3 дивизиями наших пехотинцев. В это же время 2 британских и 1 канадская дивизия ударят по районам Золота, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Ч.
до начала бомбардировок с воздуха и с моря. 6-я британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. Устья реки Дус разделяют районы Юта и Омаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Омаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Котантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы, будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101-й и 82-й дивизий. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа чаяния останется не больше нескольких часов. Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Panzerkommando an Bunker 6. Geben Sie Fliegeralarm. Der Feind fliegt Luftangriffe. Ist da jemand? Hallo? Ende. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung. Ende. Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде.
Вперед, вперед! Сынок, шевелитесь, ребята, вперед, вперед! Устанавливаем огневую точку, Мартин, тебе левый фланг. Давай!
чтобы здесь был резерв. Зачистка! Зачистка! Ладно, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление, так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Вставайте, вставайте, просыпайтесь, подтягивайтесь! Уходите с улиц, миномет!